Здравствуйте. Вы боитесь смерти. Это хорошо или плохо? То, что вы не хотите умереть, это хорошо. Это работает инстинкт самосохранения. Это то, что позволяет нам выживать. А вот то, что вы боитесь, это плохо. Потому что страх, он неадекватен. Когда вы боитесь, вы не можете действовать так, как вам нужно. Страх делает тревожным. Страх делает раздражительным. Страх парализует. Страх делает вас больным. Так зачем он нужен? И можно ли от него избавиться? Можно ли сохранить инстинкт самосохранения, но при этом не бояться смерти? Можно и нужно. Это канал «Аппаратная психотерапия». Я ее автор и ведущий Родион Кузнецов. Так что такое страх? Страх – это эмоция. А для чего нужны нам эмоции? Вы будете поражены. Но единственная функция эмоций – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И все. По нервам течет электричество. И от того, сколько его течет, такие эмоции мы испытываем. Нет тока – мы в депрессии. Много тока – мы в энтузиазме. Все очень просто. Страх – это очень низкий уровень эмоций. Но с другой стороны, я бы расширил понятие страха. Я не хочу ходить на похороны. Я не люблю думать о смерти. Я ненавижу разговоры о смерти. Это все проявление страха. Это все попытки оттолкнуть от себя страх, оттолкнуть от себя триггер. Потому что, по большому счету, вся наша высшая нервная деятельность – это действие рефлексов. Появился триггер, сработал рефлекс, мы испугались. Все. И больше ничего. Триггер – это вне нас. Страха вне нас не существует. Все эмоции находятся в нас. Потому что, как я уже сказал, это индикатор. И значит, есть два пути. Убрать триггер и восстановить эмоции. Как восстановить? Эмоции – индикатор количества тока. Увеличить количество тока. А что проще? Вообще, все стараются изменить мир. Вся эта толерантность, по сути, это попытка убрать триггеры. Но разве это возможно? Мир вокруг нас, он огромный. И убрать все, что раздражает нас, невозможно. Ведь это же раздражает нас. Это срабатывают наши рефлексы. Мир тут ни при чем. Значит, гораздо более правильным путем будет восстановить работу наших нервов. Сделать так, чтобы ток по ним шел максимально. А можно ли это сделать? Из тех методов, которые существуют сейчас, это только методы физиотерапии. Только они способны увеличивать количество тока, поступающего в нервную систему, потому что они раздражают рецепторы. А других источников тока, кроме рецепторов, не существует. Но есть другой путь. А если не увеличить поступление тока, а уменьшит сопротивление нервных волокон, в общем-то, то получится то же самое. Количество тока увеличится. Так вот, 17 лет назад именно с этой целью и был создан метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Его задача была не бороться со страхами, не убирать у вас страх смерти. Нет, а восстановить проводимость. И как только ток начинает идти волной, страх исчезает, и появляется хорошее настроение, радость, счастье. И разговоры о смерти, мысли о смерти больше вас не пугают. Они могут вас развеселить, но не более того. Как это сделать? Да очень просто. Все, что вам нужно, это вспомнить и проговорить свой страх. Именно проговорить, просто сказать, от чего вы боитесь. И заметьте, как только вы это скажете, у вас сразу появится этот страх. Не только страх вызывает ваши разговоры о нем, но и ваши разговоры о страхе вызывают, вытаскивают его. Так воспользуемся этой хорошей новостью. Вы несколько раз проговариваете свой страх, и вы замечаете, что страх появился. Но кроме душевного дискомфорта, вы испытаете еще и физический. Не все это смогут ощутить. Почему? Да потому что мы живем в этом состоянии. Мы живем с постоянным этим дискомфортом. И мы считаем, что это нормально. А это ненормально. Нормальный воздух, он не пахнет.
Нормальный организм мы не чувствуем. Когда сердце не болит, мы его не ощущаем. Поэтому вы вытащили свой страх. Вы надеваете наушники, все, от вас больше ничего не требуется. Дальше аппаратная психотерапия аудиокатарсис все делает самостоятельно. Она просто убирает тот страх, который вы вытащили. И буквально через пару сеансов вы заметите, что у вас нет страха. И эти триггеры стали для вас безразличны. Еще несколько сеансов, и вы заметите, что те же самые триггеры стали для вас пусковыми механизмами радости, счастья. И вы теперь можете жить счастливым, не бояться смерти, не бояться еще чего-то. Проходите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь, убирайте из своей жизни страхи. Подписывайтесь на канал, узнавайте, как вы можете изменить свою жизнь. И как аппаратная психотерапия вам в этом может немножко помочь. Ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями, пусть они тоже узнают, что жить можно без страхов. Будьте здоровы, будьте счастливы, живите без страхов.